Этого вальяжного кота зовут Дамиан. Ему уже больше 3 лет, и уже больше года малыш живет среди зооволонтеров. Дамиан потерял хозяйку, оказался на улице. Неравнодушные жители города отвезли его в приют. Там он полгода проходил адаптацию, после чего отправился в котейню. Каждый день хвостатых навещают самарцы и дарят им необходимое внимание, любовь и ласку. А они, конечно же, отвечают взаимностью. Яна Николаева с детства мечтала стать ветеринаром, всегда помогала уличным животным, но получилось так, что на некоторое время связала свою жизнь с рекламой и продажами. Год назад девушка решила круто изменить свою жизнь и на поводу у детской мечты отправилась в приют, стала его сотрудником и сотрудником котейни. О своем выборе ни разу не пожалела. В день навестить котиков могут до 100 человек. Но самое главное достоинство такого общения – самарцы могут поближе познакомиться с животными и подарить им семью. В осенне-зимний период забирают животных больше. Связано, скорее всего, это с тем, что люди возвращаются из отпусков, и на улице все же холодно, хочется тепла, уюта и теплых котов. Забрать котиков домой можно только после успешного пройденного собеседования с работниками приюта. Еще одно обязательное условие – быть старше 21 года. Чтобы убедиться, что с животным все в порядке, первое время сотрудники просят присылать им фото и видео, а также кошачьи приветы хвостатых из уже родного дома. Ольга Павлова, Мария Левина, Сергей Баскин. События.